В Китае инженеры создали робота-паука. Робот имеет компактный размер 20 на 20 сантиметров. Он может помогать спасателям во время поисковых операций. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 21 декабря. На видео под музыку он выполняет плавные движения всеми шестью ногами и поднимается по лестнице. Такие умения позволят роботу помогать спасателям во время поисковых операций, говорится в сообщении. Отмечается, что робот имеет компактный размер 20 на 20 сантиметров. С помощью камеры он может снимать видео, например, под завалами после землетрясения или оползня. Ранее в Китае создали гигантского робота-трансформера, который может работать в двух режимах – танка и гуманоида. Его испытания проходили на улице. Также группа ученых из Чжэцзянского университета в Китае объявила о создании четырехногого робота по имени Цзюин. Он может поднимать до 20 кг груза, двигаться со скоростью 6 км в час и непрерывно работать в течение 2 часов. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://temikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.